148 миллиардов рублей, которые должен выплатить Норникель в качестве штрафа за ущерб от разлива топлива, получит федеральный, а не местный бюджет. Вопрос этот почти решен. Полтора часа назад депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки в бюджетный кодекс. Напомню, накануне стало известно, что с такой инициативой вышло Министерство финансов России. Логика федеральных чиновников такая. Платить деньги нужно тому субъекту, чьей собственности нанесен ущерб, то есть Норильску. Но река – федеральная собственность, а значит, деньги должны уйти в Москву. Третье чтение по этому вопросу состоится через неделю, 21 июля. И с тем, что теперь федерация забирает их к себе, у муниципальных образований получается выпадение доходной базы. Они недополучают налог на прибыль, потому что платежи относятся работодателям. Тот, кто нанес ущерб экологии, относятся в себестоимость. И они уменьшают налогооблагаемую прибыль. Если вот эту сумму взыщет Росприроднадзор полностью, мы где-то недополучим 20 миллиардов.